Нет электричества. Наверное, неудобно. Вот так. И что теперь? Привет. Надо есть поменьше сладкого. Помоги мне! Ух ты! Здорово! Отличный выбор. Надо осмотреться. Я что-то упустил. Что там происходит? Осторожнее!
Что это? Ау! Нужно их соединить. Сюда! Так, стой, где стоишь. Больно не будет. Надеюсь. Спасибо. Мне не избавиться от этой тьмы, пока я не зажгу все эти гирлянды. Суперкраски нет. Красивая луна, да? Ну что, как тебе? Туда мне не попасть. Не то чтобы это стало неожиданностью.
А, круто! Как тебе? О, я давно тебя искал. Фу, какая противная вода. Это будет здорово. Похоже, у меня будет новый друг. Ну что, неплохо. А что, неплохо. Привет, я Эш.
Чтобы тут рисовать, надо убрать темноту суперкраской. Ну вот, суперкраска кончилась. Тут нужна суперкраска. Уф, ты как, дружок? Краски много не бывает. Что скажешь? Поможешь мне? То есть тут нужен еще один дух. Ладно. Тебе все нравится? Спасибо. Сюда. Вот сейчас я испугался.
Да! Ну, что скажешь? Ненавижу, когда все мокрое. Фу, какая противная вода. Надо было научиться плавать. Ненавижу, когда все мокрое. Надо было научиться плавать. Фу, какая противная вода. Надо было научиться плавать. Фу, какая противная вода. Ненавижу, когда все мокрое. Чуть не поймал тебя. Ненавижу, когда все мокрое. Фу, какая противная вода. Ты смотри, неудивительно, что в городе такая плохая вода. Может, поэтому Луна и отправила меня сюда? Недостаточно просто избавиться от тьмы. Нужно еще и найти способ очистить воду, которая поступает в город. Ну, красота же! И что это там такое?